вкусный салат из пекинской капусты. Лук я нарезаю просто полукольцами, не слишком тонко. Вот такие вот средней толщины. Лук отправляем в удобную емкость, чтобы его замариновать. Так будет намного, гораздо вкуснее. К луку я добавляю соль и перец. Пол чайной ложки сахара. Одну столовую ложку уксуса. Уксус у меня 9%. И одну столовую ложку воды. Все тщательно перемешиваю и оставляем лук промариноваться. Теперь нарежем пекинскую капусту. Я разрезаю ее напополам, на две части. И нарезаю вот такими вот полукольцами. Затем нарезаем куриное филе. Можно соломкой, можно кубиком. Я буду нарезать кубиком. Вот таким вот образом. Теперь мы нарежем грибы. У меня грибы крупные, поэтому я их напополам и вот таким вот образом. Сильно мелко я не нарезаю. Даже, наверное, это будет крупно. Вот так вот возьму еще напополам. Ну, это смотрите сами, как вы любите крупные кусочки в салате грибов или помельче. То есть сами регулируйте, как вам больше нравится. Теперь нам наши грибочки нужно поджарить. На разогретую сковороду я наливаю буквально немножко растительного масла. Отправляем грибы. Обжариваем минуты 2-3. Тем временем можно нарезать яйца. Можно соломкой, можно кубиком. Мне больше нравится кубиком. Не сильно мелко. Теперь к грибам я добавляю замаринованный лук. И обжариваем еще 2 минуты. Пока у нас грибы с луком обжариваются, к салату мы добавляем кукурузу. У меня примерно полбанки, этого будет достаточно. Лук я сильно не зажариваю, то есть я добиваюсь того состояния, чтобы лук еще оставался слегка хрустящим. То есть он мягкий, но при этом хрустящий. Вот до такого состояния. Все, друзья, салат практически готов. Осталось добавить обжаренный лук, грибы. И я буду добавлять майонез. Майонез на свое усмотрение, кто-то любит больше майонеза, кто-то совсем немного. Можно заменить сметаной, если не едите майонез. Я добавляю, не знаю, если ложками измерить, то, наверное, ложки 3. Не хочу сильно много. А также, конечно же, добавим соль по вкусу. Можно перца добавить. И хорошо, тщательно перемешиваем. Вот и все, друзья, салат готов. Готовится очень легко, просто, быстро, но при этом это очень вкусно. Вкусный салат с крабовыми палочками и помидорами. Все ингредиенты я для этого салата нарезаю кубиком. И выкладываем слоями. Нижний слой у нас идет картофель. На дно я добавляю немного майонеза. Выкладываем картофель. Картофель сверху немного присолим. Смазываем майонезом. Майонез равномерно распределяем. Слой крабовых палочек. Сверху немного майонеза. Затем выкладываем яйца. Яйца нужно немножко посолить. Смазываем снова майонезом. Затем выкладываем слой моркови. Сверху майонез. На морковку выкладываем сыр. Сверху на сыр немного майонеза. И сверху выкладываем помидоры. Сверху такой салат можно украсить зеленью укропа, либо сделать просто сеточку из майонеза. Ну, примерно вот таким вот образом. Вот
и все, друзья. Вкусный салат с крабовыми палочками и помидорами готов. Вот так вот он выглядит. Очень аппетитно и очень вкусно. Сегодня я приготовлю вкусный салат с курицей и грибами. Этот салат необычен тем, что курицу, то есть в данном случае у меня куриное филе. Секрет в том, что мы будем обжаривать курицу, чтобы она была сочная. Потому что если ее сварить, курица, ну как вы знаете, куриное филе, оно суховато. А мы сделаем его сочное. И грибочки мы тоже будем обжаривать. Куриное филе нарезаем небольшими полосочками. Вот я сейчас примерно покажу. Тоненькими прям, вот небольшие, чтобы удобно было кушать в салате. Нарезанное филе нужно посолить, поперчить. Добавим приправы для курицы. Немного гранулированного чеснока и куркумы. Хорошенько перемешиваем. Пока курица маринуется, нарезаем грибы. Вот таким вот образом. Лук четвертинками вот такими вот. Яйца и морковь натираем на крупной терке. Нарезаем помидор. Обжариваем курицу на сковороде, но прежде нужно добавить в курицу 1 столовую ложку муки и хорошо перемешать. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и обжариваем курицу до красивого золотистого цвета. Итак, курочка у нас готова. Пересыпаем тарелочку и прямо здесь на этой же сковородке будем обжаривать грибы. Можно долить немного масла, совсем чуть-чуть. Грибочки обжариваем до слегка золотистого цвета. У нас получился аппетитный и вкусный салат. Попробуйте приготовить по моему рецепту. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем приятного аппетита! Пока-пока!